Минский процесс по урегулированию ситуации в Донбассе не может быть продолжен в 2016 году, все обязательства в рамках него должны быть выполнены в этом году, заявил президент Украины Петр Порошенко. Прошу Леонида Кучму, моего представителя в трехсторонней контактной группе, отменить заявление о том, что возможно продолжать Минский процесс в 2016 году, нет, все должны выполнить обязательства в 2015 году, потому что Украина уже заплатила тяжелую цену за невыполнение минских договоренностей, сказал Порошенко в пятницу на форуме Ялтинской европейской стратегии.